Водители-дальнобойщики в Балаково устроили флешмоб по поводу нового закона, касающегося перевозок. Бизнесмены выстроили свои фуры и грузовики вдоль трассы. В автоколонне оказались более 40 крупнотоннажных фур. Их владельцы обсудили введение платного проезда по федеральным дорогам. Новшество начнет действовать в России с 15 ноября и коснется грузовиков тяжелее 12 тонн. Балаковские водители считают тарифы завышенными. Кроме того, механизм взимания денег им непонятен. То, что государство нам предлагает, 3 рубля и 6 копеек плата за проезд по федеральным трассам, мы не в состоянии сейчас просто такие деньги платить с машины, потому что мы очень сильно закредитованы. Очень большие штрафы, повышаются с 16 года налоги, на вмененку, на имущество, на все повышается. Тут бывает на рейс денег не хватает, чтобы, допустим, солярки налить. А они еще требуют, чтобы я еще не съездил, а уже оплатил. А если автомобиль сломался где-то по дороге, то я им должен доказать, что машина сломалась, предоставить документы какие-то там, что-то. Как ехать? Вот сейчас настанет 15 число, и как мы поедем? Вообще неизвестно. Больше половины здесь все встанут. Балаковские дальнобойщики опасаются, что плата за проезд по федеральным трассам просто убьет бизнес дальних перевозок. Свое недовольство новым законом выразили и их коллеги-дальнобойщики из Подмосковья, выстроив вдоль федеральной трассы М4 Дон 60 фур.